вами снова наш остров. Сегодня видим пансионат лесное. Это у нас восточная сторона Охотского моря. Попробуем поймать крабов. Это у нас озеро Изменчивое, где мы были недавно. Поселок лесное, хорошо их так замело по крышу, по 2 метра одна полоса. Вот так нормальненько здесь снежка. Вот кому лопату не приходилось из рук выпускать. Сегодня у нас 11 число, сколько прошло после метели, дорога в таком вот состоянии, одна полоса. Разъездов нету, ну и пока народу нету, хорошо. Не знаю, сейчас посмотрим дальше там, что у нас с дорогой вообще. Здесь вообще тут по 1,5 метра почти сугроб намело. Народу пока нет. Это хорошо. Ну мы в лесном. Лед хороший, не торосящийся, идти можно спокойно. Народу немного, в принципе, даже очень мало, что радует. Тут хоть в лесном лед хоть нормальный, я не знаю, в Охотске вообще невозможно передвигаться. Дубак, сейчас дубак, рука вообще просто охреневает. Очень холодно. Время 12 часов. Лесное. Что-то народ валит домой. Не знаю. У меня тоже тишина. Видно, сегодня я мимо краба проехал. Как колода, кто-то в бок идет, да? Кто-то может тащил туда. Ага. Странно. Сейчас наживай. Опять ракушки. Да, ракушня. Просто это, конечно, занятие физически очень затратное. Вот так вот попили луночку. Одного очень тяжело. Не знаю, как хочешь. Ты для контента делаешь или на самом деле краба нашел?
Да не знаю, вроде есть, вроде нет, ты тоже. Так, ну что, выстоялись мы недалеко от берега, метров 500. По старым точкам здесь, в принципе, был краб. Лед, конечно, в этом году в лесном какой-то просто аномальный, я не знаю. Пила не достает, это вот размер его льда. Я не могу просто пропилить его. Там лунка была сработка, короче, а из-за того, что лунку я не мог пробурить, я краба не вытащил, короче. Вся рыба была съедена. Не знаю, сейчас попробуем, где будет. Just about time to head on out to my favorite spot. It's just about fishing time. Bee-bye, bicky-bye, bicky-bye-bo, bicky-bye, bicky-bay, bicky-boo. Bee-bye, bicky-bye, bicky-bye-bo, bicky-bye, bicky-bay, bicky-boo. Got to the creek and gathered up my gear, found a spot and cast out a line. Open the can to pick us a fish, it's just about supper time. First thing you know, my pole began to bend, got my first catch of the day. Reel them in, both left and right, it's been a great fishing day. Bee-bye, bicky-bye, bicky-bye, pole, bicky-bye, bicky-bay, bicky-boo. Ну что, начало положено, вытащил небольшого, но это пока первый. Сейчас пока отпускать не буду, если будут маленькие, дальше буду отпускать. А пока сейчас возьму немножечко, тогда идем дальше. Все, наконец-то я победил эту газовую горелку. Вот такая вот у нас схема. Газ у нас замерзает, свечка его отогревает. Шпарик, будь здоров, тепло. Не знаю, насколько это безопасно. Тут у нас ТБшник сидит, молчит. Ну, вроде нормально. Я думаю, от сечки он не лопнет. Мы тогда, когда баллон взрывали по детству, такое кострище его кидали. Ну, я не знаю, минут по 5 ждали, пока он не бахнет. А там температура была, будь здоров, а здесь так. Ну, думаю, ничего страшного. Главное это, не сидеть напротив крышечки, потому что она вылетает вообще. Только так со свистом. Помню, в детстве мне прилетела одна такая в глаз. Фингал был, будь здоров. Опять москвичей высадили на вертолете на рыбалочку. Поехали. Так, ну все, возвращаемся мы с лесного. По итогу приняли решение завязать с рыбалкой пока в этом сезоне. Не знаю, в лесном аномально толстый лед какой-то. Просто я не могу его выпилить, и все. В прошлом году вообще с этим проблем не было. Пилили, то есть вообще легко. А сейчас не хватает длины пилы, и я просто не могу распилить его. Не то что там что-то попробовать вытащить. Так, а вторая причина, почему решил отказаться, это нужен, соответственно, с таким толстым льдом нужно по-любому нормальный бур автоматический с шуруповертом. Потому что с такой толщиной можно, конечно, все это делать. Но опять же, с буром обычным ручным ты замучишься все это делать. Соответственно, нужно для уменьшения нагрузки физической будет нормальный бур. А всего этого у нас нету. Соответственно, это все у нас переносится на следующий сезон. Посмотрим, что в следующем сезоне будет у нас со льдом. Так, ну все, всем привет, постоянным зрителям, кто смотрит, кто лайкает, это лучшая поддержка, так сказать, от вас. На сегодня все, всем спасибо, всем пока.